На Западе слово «тинейджер» вошло в обиход после войны, как маркетинговый термин. Подростки-то существовали всегда, но «тинейджер» стал еще и целевой аудиторией. Так, через покупательную способность юношей и девушек в США признали, что у возраста от 13 до 19 есть свой круг интересов. В их душу попробуй еще влезть, но уж продать им что-нибудь точно можно. Например, комиксы. На протяжении 40-х они становятся отдушиной для молодых людей. Ширятся жанры не только супергероика, но ужасы, детективные, криминальные истории. В 1954 году психиатр Фредерик Вертхам публикует книгу «Соблазнение невинных» о том, что эти красочные истории несут прямую угрозу молодежи. В них насилие, наркотики, секс, нетрадиционные отношения. Это комиксы, отмечал автор, толкают молодежь на подростковую преступность. Вертхам ездит по стране с выступлениями, попадает в родительский нерв. Живи он сегодня, наверняка гастролировал бы по родительским чатам, в виде цитат. В том же году вводится цензурный кодекс, регулирующий комиксы, вроде кодекса Хейса в кино. Подростковая преступность в эти годы действительно вызывает серьезную озабоченность в обществе. Разумеется, ей и в произведениях культуры это 100 лет в обед. Достаточно вспомнить Монпарнаса из «Отверженных», «Ловкого плута» из «Оливера Твиста» или, например, первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь». Главарь целой банды. Дядя Миша, здравствуй! Здравствуй, здравствуй! Откуда последний раз ушел? Но теперь общество подумывает о том, чтобы не просто наказывать, а использовать модификацию поведения, предложенную сторонниками радикального бихевиоризма. И Стэнли Кубрик видит в этом, цитата, «опасное новое оружие для тоталитарного государства, превращающее людей в немногим больше, чем роботов». Заводные апельсины. Алекс, герой заводного апельсина, школьник, нацатый, как остроумно обозначает подростков Энтони Бёрджесс в своей книге. В фильме Кубрика он проходит незабываемую пародийную процедуру аверсивной терапии по методу Людовика, которая едва не стоила Малкому Макдауэлу, актеру, сыгравшему роль Алекса, глаза. Макдауэлл упрашивал Кубрика использовать в этой сцене дублера, но Кубрик, как известно, сами съемки тоже превращал в исследование границ свободной воли и человеческого послушания. Кстати, «Заводной апельсин» стал последней работой Кубрика, где не было сотни дублей для каждой сцены. Это он уже потом окончательно спятил, рассказывал Макдауэлл в интервью, а его самого пронесло. Алекс, по словам Кубрика, это чистое зло, но у него есть и положительные качества – прямота, чувство юмора, ум и энергичность. Метод Людовика грозит избавить его от этого всего разом. Ну, может быть, кроме прямоты. Но что такое прямота, за которой ничего не стоит? Сатира Кубрика, выйдя на экране, поделила зрителей и критиков даже не на два лагеря, а на сумму множеств. Одни считали, что фильм снят с левых позиций, другие находили его интонацию в отношении либеральной идеологии презрительной. Во многом это связано с тем, что Кубрик, как и всегда, сохраняет дистанцию между зрителем и персонажами, не дает нам поводов для идентификации, для явной симпатии или антипатии к кому бы то ни было. При этом достаточно субъективный взгляд Алекса из книги он делает вполне объективным. Мы видим злодеяния и страдания героя не только отстраненным взглядом камеры, но и порой с неожиданных точек зрения. Например, смотрим на преступление Алекса глазами писателя, к которому он ворвался в дом, а на попытку героя покончить с собой его собственными глазами. Для этой сцены, кстати, Кубрик сбрасывал из окна заводную камеру Ньюмана Синклера. Она выдержала 6 дублей, после чего режиссер удовлетворенно окрестил ее самой крепкой камерой на свете. «Заводной апельсин» Кубрика достаточно сильно отстоит от книги Бёрджесса. Самое известное и заметное отличие – отсутствие последней главы. По мнению киноведа Джеймса Нэрмора, Бёрджесс писал книгу как убежденный христианин, хотя это спорное утверждение. Он попытался выпутать героя из безвыходной ситуации, дать финал, в котором присутствует какая-то надежда, но Кубрик эту главу не читал. У него на руках было американское издание романа, в котором финал попросту убрали, пусть из разрешения самого автора. По мнению Бёрджесса, Кубрик вообще не очень-то читал книгу. Писатель называл его «сорокой-воровкой», хотя признавал, что фильм получился настолько сильным, что и сам по себе стал опасным высказыванием. Но таков уж был метод работы Кубрика с литературным материалом. Он, по словам исследователя киноадаптаций Томаса Лича, шел на авторов войной. And we sat in the Corova milk bar, trying to make up our razoo docs, what to do with the evening.
Now, the Korova Milk Bar sold Milk Plus. Milk Plus Velocet, Synthenesque, or Drenkrum, which is what we were drinking. This would sharpen you up and make you ready for a bit of the old ultraviolence. Заводному апельсину в этом году исполняется полвека. Футуристический Лондон с молочным баром Корова стал ретро-футуристическим. Ультранасилие стало воистину старым, добрым. Тревога по поводу радикального бихевиоризма кажется чем-то из далекого прошлого. И о подростковой преступности мы как будто не так часто говорим. Хотя так ли это? Мы все знаем, как в СМИ иногда объявляется неделя новостей о жестоких школьниках, кого-то избивших или что-то осквернивших. Мы видели снятые в школьных классах ролики, где учителя пытаются неумело отбить у подростков охоту куда-то выходить и быть чем-то недовольными. Мы все знаем о силе родительских чатов, где расцветают и становятся правдой самые смехотворные слухи, а на поверхность выныривают синие киты. Юность по-прежнему таит в себе загадку и опасность. А значит, сатира Кубрика не перестает быть уместной.